Симсалабим, что-то сейчас произойдет. Лиса, доброе утро, вставай. Уже день. Жарко очень сильно. Наверное, нужно будет выключать отопление. На улице такое солнце светит. Новый год уже давно наступил, пора вставать. Ты будешь вставать? Тогда вставай. Так жарко, что Лариска спит наверху на гамаке. А кто тут орёт? Кто орёт? Я ж тебя покормила. Где твои честные глаза? Я тебя кормила, да. Я тебя кормила, Вася. Или ты у всех по разу попросишь? Да? Идемте скорее на кухню есть. Всех поздравляем с наступившим Новым годом. И мы уже завтракаем. Я оливье ем и стрипсы. Это не стрипсы. Это наггетсы. А что это? Наггетсы. Наггетсы. А чем они от стрипсов отличаются? Размером. Ну, считай, да. Да. И панировка видом. Алиса, как всегда, помидорку, картошечку и наггетсы. Вот. Приятного аппетита всем, кто ест вместе с нами. Подпишись, даже если у тебя лапки. А после салатиков и картошечки мы едим торт. Он стал сегодня вообще супер мягким. Это торт рыжик. Только мы крем брали, делали по-своему. И Алиса пьет капучинку, а я чай с манго. И тортик. Вкусненько. Сидим мы такие под елкой, считаем, сколько конфет повесили. Забыли конфеты повесить. Алиса пикает. Короче, мы решили набрызгать лежанку, чтобы кот на ней впоследствии лежал. Средством специальным. Иди сюда. А подожди, просто набрызгать и отойти. Посмотреть, что будет. Главное, ты отойди оттуда. Набрызгали лежанку, кот явно этим заинтересовался. Интересно, что будет дальше. Пока он ее только просто обнюхивает. В смеси в этой есть котовник и валерьянка. То, от чего кошки просто дуреют. Кот наш валерьянку обожает. Как-то нашла пластину валерьянки, которую он стырил из ящика с валерьянкой. Покусанную. Хорошо, хоть ни одну таблетку не смог выковырять. О, моя любовь! Все, мы уговорили кота спать на лежанке. Смотрите. Тихает пока. Моя любимая лежаночка. Кстати, брызнуть достаточно одного раза. Он потом просто привыкает к тому, что там был очень интересный запах. Возможно, запах остается какой-то. Ну, когтеточку стоило натереть порошком тогда нам один раз. Он еще сейчас по себе это все размазывать будет. А потом будет спать целый день. Чего на меня смотрит? Ну, он же помнит, что ты брызгала. Моя любовь, моя лежанка. Залезет или нет? Ему достаточно даже того, что там по бортикам пахнет. Кто-то там шуршит конфетой на заднем фоне. Можешь спокойно шуршать. Тебя уже засекли. Какая хорошая лежанка у кота. Просто любовь кошачья. Вот такая вот чудесная лежанка. Да, наверное, если он на нее ляжет, это будет перебор. Котик стал залазить. А еще он стал ее кусать. И тереться об нее. Вот так вот, да. Ой-ой-ой, какая прелесть. Интересно, что больше действует, этот котовник или валерьянка? Потому что тут смесь из двух ингредиентов. Привет. Привет. Чем занимаются блогеры на праздники? Снимают.
Да? А кроме того, что снимают? Учатся, планируют время. Да ты что? Да. И что, можно посмотреть? Как учатся, да. Так, основные классы неорганических веществ. Это химия. Так ты же говорила про цели. А тут у тебя какие-то... А цели — это другое. Mm. Цели они в компьютере. Mm. Вот я сейчас закрыла. А чем ты занималась 1 числа? Фильмы смотрела. Много посмотрела? Да, мы с родителями сидели все вместе. Вот. Короче, целый день смотрели мы фильмы. Смотрели, пока интернет у нас не стал уже. Не, мы в 10 все выключились. Ну, мы пытались смотреть с 4 часов до 6. Ничего у нас не получилось, потому что интернет слабый, перегружен. Мы смотрели на мобильном интернете 10 часов, и потом легли спать. Кто у нас пришел? Вася, не прячься, я тебя все равно вижу. Давай сломай схему. Вася, здравствуй. Вася, я тебя кормила. Но он все равно ходит за мной следом. Да, Васек? Вася сейчас тоже будет учить типа неорганическую химию. Что он сегодня узнал нового? Как держать в лапках ручку? По-моему, сейчас ее держу я. Василий. Куда ты собрался поступать? Расскажи нам. У тебя ухо дергается. Это нервное? Это ручка? Да. Это ручка такая? Да, это ручка. А, я думала, лапка. Ваши планы на каникулы? Планы на каникулы? Как в гифках, да? Сейчас есть и спать. Мне нужно съездить на Новороссийск, мне нужно купить водолазку, хотя бы одну, вот, потому что я в основном хожу в водолазках сейчас. Если бы идеально, то еще штаны. Вот, еще мне нужно учить ОГЭ, хочу написать распорядок дня и ему следовать, вот. Ну, это пока вот такое минимальное, что могу сказать. А когда ты напишешь распорядок дня? Сегодня. Сегодня? Завтра начнешь следовать? Или ну, прям да. Сегодня? Возможно, даже прям сегодня. Да. Кто его знает? Вася просто счастлив, что наступили каникулы. Очень счастлив, прямо. У него просто есть дурная привычка ходить за мной следом, но он не усекает то, что я хожу к Алисе, а Алиса вот так его сильно любит. Сильно-сильно. Ой-ой, вот так ты его берешь. Вот так. Кот просто смирился со своей нелегкой участью. А летние каникулы он считает вообще бесконечно длинными. Ладно, я пойду. Ой, а я сегодня я ходила выносить мусор. И знаете что? Накрасилась опять? Нет. Нет? Просто вот. Обычно, когда Алиса выносит мусор... Я одела кольцо, браслетик, который мне мама подарила. Вот, еще цепочку от подписчиков. Кстати, колечко тоже от подписчиков. Вот, и пошла выносить мусор. Прошла 2 метра, выкинула. Кстати, мусора очень много накопилось. Так Новый год же. Бабахают сзади. Целуют. 3-й день, кстати. Угу. В прошлом году как-то сокращенный вариант был, только 1-го и 2-го. Да. Вот. Ой, а сегодня-то? 2-е. Господи, я потерялась. Надо бросать смотреть фильмы. А я пойду. Кстати, когда выносит мусор, она красится. Вот видели превью на Пэтс-канале? Вот она в таком виде выносит мусор. Собирается 30 минут, доходит до мусорки за 2 минуты, потом возвращается обратно, еще полчаса умывается. А неправда, я не крашусь. Да ладно, ты ходила накрашенная. Сегодня ты наряженная, а вчера ты накрашенная ходила. Не вчера, позавчера. Ну, так позавчера это как раз-таки мы снимали. Да, новогодний вечер, согласна, точно, да. Мама, нет. Я была накрашенная потому, что мне нужно было сниматься в видео. Ну, чисто кстати, так вот. А так ты не красишься? Я не красюсь, когда выхожу. Да, чисто наряжаюсь. Ты только сейчас это поняла? Да.
Я просто посмотрела, сколько она тебе навешана. Ограбят тебя, ограбят. Бижутерию, да? Они подумают, что это золото. Ладно, я пойду, мне премьеру выпускать нужно. Все, иди. Угу. Василий, за мной. Ну, можно впереди меня. Ух ты, пух ты. А что ты делаешь? Ногти. Хочу попробовать вот эту вот блестящую субстанцию. Ну, так ее ж не просто так ее на базу ложить. Я знаю. А что ты сейчас делаешь? Сейчас конкретно кутикулу удаляю. А. Просто тихо-тихо, не слышно, чтобы ты жужжала. Угу. Такое видео вроде как снимали. Ну да. Я же думаю, что сейчас Алиса сядет себе пилить, а мы там снимаем, она будет жужжать. Да мне все, я эту руку допилила. Я если буду пилить, то следующую уже. Мы уже все сняли, можно громко пилить. А можно было тихо? Это вариант. Вася теперь не хочет уходить от призов. Лежит там с колбасой. А, нет, пришел. Че, Васек, ты пришел, да? Садись. Садись сюда. Зачесалась. Садись. Будешь Алисе помогать ногти красить. Молодец. Умный кот. Молодец. Еще вот эти штуки хочу попробовать. Сверху на золотую штуку. Да еще нет, не на золотую. Я специально розовые достала. А мне Алиса на Новый год нарисовала вот такой рисунок. Ты открытка. Рисунок открытка. А внутри она мне приклеила шоколадку. Да. И стишок написала. Шоколадку, когда отклеили, остался двухсторонний скотч. И он приклеился и сложилось все напрочь. Я плакала, потому что ломалась. Да, Вася. Вася, тут колбасу не раздают, нет. В чате будут писать. Не раздают. Что? Серёжа, не плачь, пожалуйста. Я тебе нарисую еще одну картинку, еще да. Лучше. Ты уже все? Будешь клеить? Угу. Интересно. Тут бы неудобно скрутила, блин, все тянется. Ты подкутикула и почистила? Да. Точно? Да. А то тебе люди советы советуют, сообщения пишут. Говорят, почисть хорошо подкутикулы, отслоек не будет. У нас есть все. И обезжириватель есть. И жужжалка есть. Это я фрезер имею в виду. Вот. А, кстати, напишите, пожалуйста, вот эту вот липкую субстанцию, ее нужно запекать или нет? Ну, мы ее просто запекаем зачем-то. Я просто не знаю, стоит ли не стоит. Это сцепочка. Я понимаю, сцепочка. Но стоит или не стоит. Потому что это еще не база, но уже липкая штука. Ее стоит, как бы... Или не надо. Да мало ли. Я себе кисточку вот такую купила. Ну, по-моему, я ее уже показывала. Нет, я кисточку не показывала. Красивая кисточка. Мне тоже нравится красивая кисточка. Синтетическая, специально для нанесения мазючки. Ой. Мазючки вот этой вот. Ну, ты, короче, как это, там базу наложишь, потом позовешь, я хочу посмотреть, как ты будешь это все мазякать. Угу. Интересно же. Да, Вася, ты остаешься здесь или ты за мной? Симсалабим. Что-то сейчас произойдет. Алиса решила по одному. Мама, не лезь под руку, просто снимай. Ой, да пожалуйста. Ты мне мешаешь, серьезно. Со стороны кота. Вот, да. А я и стою со стороны кота. Нет. По одному ногтику будет делать. Ну как тебе, мазяка? Ничего, прикольно. Да? Может, мне на результат прийти, а то я тебя подобью еще. Вот да. Угу. Я пошла. Жалко, они все попадают в кадр. Сидим, разговариваем. Алиса один ноготь накрасила, сейчас его достанет, покажет. Я говорю, зачем ты взяла наклейки? Ну куда на золотые ногти, золотые наклейки? Она говорит, ты чё? Я ж не все ногти буду делать.
блестяшка. Я же говорю, только два, допустим. Не такайся. Я говорю, какие? Он мне показывает указательные средние пальцы. Я вообще это просто показывала, что типа два указательных средних. А... У тебя по два указательных и средних у меня тоже. На левой и на правой. А еще на ногах, правда, есть. Какой бред ты говоришь? Я? Я же блогер. Это, господи, моя мама блогер. Такой скучный, занудный блогер. Все приходят нас поражать. Подожди. Короче, я показываю вот так. Это цифра 2, понимаете? 2. А красить я буду вот эти два, скорее всего. Почему эти? Ну, потому что, чтобы не было перебора. А так не перебор, да? Нет, не разум. Нет. Ну, хорошо, что не средний. А на средний ты наклейку наклеишь, да? Господи, я все узнаю, все, все предсказуемо. Ну, я вообще на большой хотела. На большой, да, интереснее. Что-то пошло не так. Топ убогий! Он не убогий, он жидкий. Ой. Убогий, жидкий топ. Интересно с тобой, но я пошла, мне надо видео переснимать теперь заново. Сейчас Васю позову. Нас обманули. Да. Лайки накручивают. Придется переснимать все. Да. А может, мы их пожалеем? Ой, смотри, блестяшки. И тоже накрутим лайки Васе, да? Да подожди. Что? Видишь блестяшки? Вижу. А что, на камере не видно, что ты вот так выглядываешь? Да монитор надо почистить. Ну, в смысле, протереть. Ладно, все, я пошла, мне переснимать надо. А говоришь, что я бред несу. Я? Ну, я же блогер. Мне тоже. Так, ну что, ты уже доделала? Вот такие ногти получились. Осталось вторую руку. Слушай, уже 11 вечера. Давай спать. Давай. Всем изи пока. Встретимся завтра в новом видео.